программа сразу на свой личный рекорд идет. Но несмотря на то, что давно выступает, виден определенный прогресс в ее результатах. Нет, в этот раз этот огромный вес, 122 килограмма, Лидия Валентин не покорился. Правда, есть еще одна попытка, пока она четвертая, но на первом месте китаянка Ю Кэнг. На втором Ольга Зубова, она легче, чем Надежда Гевстюхина, но Надежда на третьей строчке. Лидия Валентина снова будет вызвана.